все покрыто коркой льда. Это все лед. Я такое в Оклахоме видел, в тех краях. Здесь первый раз, если честно, так вижу, чтобы сильно настолько было. Пойдем, Николь, туда не надо. Сейчас скатишься и потом не поднимешься. Пойдем. Пойдем, this way, this way. Пойдем. Пойдем, 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 this way. Пойдем. Видимо, очень сильно все заледенело. Николь, ты сейчас скатишься вниз. Подскользнулась. Иди сюда. Пойдем, пойдем. Пошли, 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 пошли. Пойдем. Ой, что ж ты? Давай. Николь, на ручке. Пойдем, 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 пойдем. Ой, все заледенело просто. С этой веточкой Николька утром играла, бросила ее на пол, и вот она заледенела так. Конечно, интересное явление, очень скользко. Это я заводил машину, она немножко оттаяла, так вот такой коркой все покрыто. Все, просто корка льда покрыта. Обалдеть. Ну все, пойдем, пойдем домой. Так что впервые за много лет и нас накрыл циклон. Николь упорно не хочет идти домой. Все плоды. Все, 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 все во льду, смотрите. Обалдеть. Упорно не хочет идти домой. Это самое очень скользко. Николюшка, пойдем, пойдем, все, пойдем. Не надо, сейчас падать будешь. Пойдем. Пойдем. Пойдем, this way. Ох. Куда ты? Пошли. Пошли.